Буду готовить супер ленивый ужин, курицу на соли. Для приготовления нам понадобится соль обыкновенная, каменная. И высыпаю ее на противень так, чтобы образовался тонкий слой. Сверху выкладываю куриные тушки, предварительно помытые и обсушенные грудкой вниз. Я буду выпекать сразу две, так как они не очень большие. Сверху никакими приправами не посыпаю, кладу просто чистые и обсушенные тушки. И вовнутрь добавлю еще несколько зубчиков чеснока, разрежу их и положу прямо вовнутрь тушки. Теперь отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 190 градусов и буду запекать приблизительно час. Затем проверить готовность необходимо прокалыванием курицы. Если будет выделяться прозрачный сок, то курочка готова. Если будет сок мутный, либо же красноватый, розоватый, то необходимо еще допечь. Это я достала курочек из духовки. Посмотрите, какие они красивые, ароматные, румяные. И у них кожица за счет того, что готовилось все собственным соком, такая немножко как бы выпарилась. И она получается очень тонкая, знаете, вот как пергамент. Но мы обычно кожицу снимаем, и под ней очень сочное и вкусное мясо. И за счет того, что соль была снизу, курочка как бы напитывала, и получается она сочная, в меру соленая. В общем, попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Если вы никогда не пробовали, от всей души советую этот рецепт. На самом деле получается очень вкусно, очень быстро. Минимум ваших затрат в участии приготовления. Ну и результат, я надеюсь, вам понравится. После того, когда достаю из духовки, то даю минут 10 отдохнуть, для того, чтобы при нарезании весь сок не вытекал и курица оставалась все-таки сочной.